как наполнить уже знакомые каждому уфимцу места новыми смыслами и помочь достопримечательностям заиграть по-новому. На выручку горожанам и гостям столицы Башкирии пришли авторы, поэты и экскурсоводы, которые написали новый путеводитель «Уфа – это моя земля». Это 25-й киберпутеводитель, который вышел к юбилею нашего города. У нас был объявлен конкурс в августе месяце. Любой желающий мог подать туда историю. Единственное условие, которое должно было соблюдаться – это то, что рассказ должен был или легенда об Уфе, о какой-либо достопримечательности. Проект поддержал президентский фонд культурных инициатив, выдав грант на создание путеводителя. 1 декабря готовую книгу презентовали в Музее истории Уфы. Земфира Шемчук придумала красивую легенду о Софьюшкиной аллее, которую писательница называет своим местом релаксации. А Екатерина Львова размышляет о том, как часы завода «Янтарь» на Советской площади хранят память города. Итак, в моей легенде появилось два героя. Ханиса переводится как «пятая дочь», и Карим. Это история мамы и сына. Мама рано уходит из жизни, сын остается один. Ну, так скажем, ее завещание, да, в бедах и в радостях приходить на Софьюшкину аллею к пятой липе и делиться бедами и радостями с этой пятой липой. И в своем рассказе я сравниваю о том, как янтарь, кусочек смолы, да, хранит время с доисторических времен. Также и часы «Янтарь» в нашем городе хранят разные события. Экскурсоводы, индивидуальные гиды. Мы же проводники смыслов, и мы должны этот смысл поднять так, чтобы гостю города или горожанину, который не в курсе, чтобы им было интересно и чтобы запомнилось. В путеводитель «Уфа – это моя земля» вошло больше легенд и рассказов, чем планировалось изначально. Из 60 работ члены жюри выбрали 23 вместо 20. Лично мне, как члену жюри, было важно все-таки, у меня был такой критерий оценки, чтобы все-таки какая-то часть истории города, интерес, любопытство у автора, ну, явно проглядывался, он хоть что-то об Уфе знал и ей интересовался. Но я все равно, как человек, работающий в литературном журнале, в первую очередь, конечно, обращала внимание на литературную составляющую, насколько это талантливо, насколько это здорово, на то, какой это дает новый какой-то ракурс на это, именно эта работа дает какой-то новый взгляд на наш город. Если человек талантливо пишет, то значит, он талантливо воспринимает действительность и может талантливо представить наш город. Одной прозой новый путеводитель не ограничился. Некоторые локации отмечены стихами уфимских поэтов. Например, Виктор Лязин специально дописал одно из своих стихотворений. А художница и фотограф Дарья Фролова дополнила книгу авторской картой центра Уфы. Был уже список готовых объектов, и моя задача стояла максимально точно их отразить на карте, чтобы ничто не отвлекало зрителя или того участника, который будет ходить. Она начинается с музея истории города Уфы, а потом вы двигаетесь по улице Ленина, и дальше она уже собирает максимальные значимые объекты. У меня было такое стихотворение, называлось оно «Уфимцем». Мы добавили сюда одну строфу и назвали его уже «Воздушные шары над Уфой». Высится Уфа моя над рекою белую, стрелами пронизана липовых аллей. Жизнь промчалась целая, все чего-то делаю, не плыву по реченьке, отражаюсь в ней. Как хочу над городом пролететь на шарике, помахать с воздушного чуда землякам, днем улыбкой радовать, вечером фонариком, птицею почувствовать и вернуться к вам. Представитель Министерства туризма и предпринимательства назвал путеводитель уникальным в своем роде. А основатель проекта «Это моя земля» Андрей Суликов сказал, что книга в каждом регионе решает определенную задачу. В Уфе она позволит посмотреть на знакомые места с иного ракурса. Электронная версия путеводителя «Уфа – это моя земля» бесплатна, и скачать ее можно по ссылке, которую вы видите на экранах.